Сегодня белорусы отмечают начало Медового Спаса. Он считается самым первым в тройке спасов и совпадает с началом Успенского поста. Предки считали, что к этому времени мед в ульях полностью созревал, и его можно было собирать. Сладость несли в церкви и освящали, лакомство считали лечебным. Оно могло вылечить от многих болезней. Запрещалось в период Спаса купаться в озерах и реках. Люди верили, что вода в водоемах в это время становилась холодной, и можно было простудиться. По традиции славяне начинали вечернюю трапезу с ложки меда. Предки загадывали перед этим желание, которое должно было обязательно сбыться.